Активисты, общественники и жители Красноярска приняли участие в митинге «За чистое небо». Несколько сотен человек собрались в сквере Серебряный в Октябрьском районе города, чтобы еще раз обратить внимание на проблемы, связанные с экологией. Участники призвали активизировать работу по основным пунктам резолюции, принятой в марте. Речь идет прежде всего о повышении штрафов за загрязнение воздуха, мониторинге экологической обстановки независимыми организациями, установке современных очистных сооружений на предприятиях и газификации Красноярска. Митинг – это не самоцель, но это инструмент, благодаря которому мы можем как-то повлиять на ситуацию, как мне кажется. И мы видим, что да, много было слов обещаний по нашей весенней резолюции, но теперь мы хотим видеть конкретные дела. Да, сроки обещаний прошли, мы большинству из них какие-то ответы получили, теперь мы хотим видеть именно дела. Вы сами прекрасно понимаете, что существует масса факторов, которые влияют на то, что воздух в Красноярске не соответствует в определенные дни гигиеническим требованиям. Эти факторы и деятельность крупных промышленных предприятий, и деятельность автотранспорта, мелкого и среднего бизнеса, который нужно приводить в порядок.